1 декабря. Воскресенье. Варна. Иду в лес по грибы. Пойдете со мной? В самом конце ноября у нас прошли дожди, и по Варне пошел слух. Настала грибная пора. Из уст в уста передаются рассказы о том, что моя знакомая набрала 2 ведра лисичек, а мой сосед привез 20 килограмм белых грибов. Я ездила далеко, говорили, 25 килограмм собрала грибов. 25 килограмм? Да. Сейчас проверим, растут ли грибы в декабре. Одной собирать грибы все-таки скучновато. Поэтому я очень обрадовалась, когда встретила Наталью и Кичку. Вы хотите грибы найти? Ну так, просто пройти, посмотреть. А вы знаете, что, где они, места-то хотя бы знаете? Ну, приблизительно, я один раз была, мне показали. Да. Грибов нашла. Вот запах грибной точно есть. Да. И позже. В конце октября, в начале ноября, ну да. А сейчас просто так тепло было очень. Вот так и... Пора грибы идти. Есть. Ну ездят, знаете, куда-то ездят за ними. Грибов в Болгарии 1700 видов. И растут они практически круглый год в тех районах, где снега не бывает. В лесах Болгарии можно собирать опята, челединку, дикие шампиньоны, печурки и вешенки, клыдницу. Тут и рыженькие лисички, для болгар они пачек-рак, и сыроежки, голубки. Весной радуют сморчкули, сморчки. А благородные масловки, маслята, брезовки, подберезовики и монотарки белые растут весь год, да, кроме засушливого лета. Кстати, монотарок здесь очень большое разнообразие видов. И даже самый деликатесный и дорогой в мире гриб – трюфель – прекрасно растет в Болгарии. Кичка – болгарка, местная жительница. Для меня это немного удивительно, потому что хотя Болгария богата грибами, никак нельзя сказать, что болгары – фанаты тихой охоты. Гораздо чаще, чем болгары, за грибами в Болгарии охотятся русские, переехавшие сюда жить. Хотя и среди болгар встречаются энтузиасты-грибники. Очень далеко. Вот и еще как раз один из них. Ладно, пошли вниз. А как вы грибы-то? Сумочки у него, да. В Болгарии есть и сообщество грибников-любителей, которые даже организовали свой общий сайт. На нем выложена карта грибов Болгарии и фотографии грибов с описаниями для их распознания. Приятно по такой тропинке идти. Очень приятно. Тут сейчас главное не упасть. Мы не спускаемся. Это же лес на горе. Поганки. Сейчас посмотрим. Поганки. Кичка, поганки? Поганка. Печурка? Не. Утрапно? Да, не беру. По-русски называется поганка. Ну, так же, как и везде, грибы в Болгарии бывают съедобные и несъедобные. Поэтому прежде чем употреблять в пищу грибы, собранные в Болгарии, вам нужно обязательно обратиться за справкой на сайт местных грибников. Несъедобные болгары называют отровни. И вот здесь надо быть очень внимательным, если вдруг надумаете собирать грибы в Болгарии. Потому что здесь растет очень много ядовитых двойников съедобных грибов. А вот съедобные грибы болгары называют ядливи, поэтому их вполне можно перепутать с поганками при общении. И вот когда мы уже совсем отчаялись найти грибы, они все-таки нашлись.
И это говорит о том, что никогда не надо отчаиваться, и нужно всегда верить в то, что ваше желание сбудется. О, правда, гриб? Может, он еще гнилой? Червивый. Это у меня нож. Вот это да! Вот гриб, почему он нас всех. Да! И хорошие. Классно. Покажите. Хорошие? Да. Не червивый. Как... Нет. Как называется это? Масляк. Ну, чуть-чуть тут есть. Ну, да. Вот это да. Браво на вас! Гриб. Тоже масленок, да? Да. Там свой гриб. Да, буду помнить. Вот, это уже четвертый. Да, уже можно будет. Значит, они все-таки на тропинках растут. Ну, они, да, любят тропинки так под деревцами. Вот так. Вот, еще один нашли. Еще гриб. И главное, что явно будет не червивый. Срезайте. Вот. Торжественно. Торжественно. Он у нас какой? Хороший. Шестой по счету. Шестой, да. Ой-ой. Думаю, вы убедились, что грибы в Болгарии и в декабре растут. Ну, конечно, места грибные знать надо. Понравилась наша грибная прогулка по лесу? Ставьте лайки и пишите комментарии.